Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. 114 квадратных метров – такова площадь данного помещения, расположенного по адресу улицы Победы, 17. До недавнего времени здесь находилось питейное заведение, но из-за сложного финансового положения владельцы были вынуждены его закрыть. Одновременно с этим они перестали оплачивать аренду помещения. Судебным приставам пришлось вынести в адрес предпринимателей постановление из-за накопившихся долгов. После получения должником настоящего постановления должнику устанавливается добровольный срок исполнения требований исполнительного документа. По данному исполнительному производству должник требования исполнительного документа исполнил добровольный срок исполнения, а именно в 5-дневный срок. В случае добровольного исполнения должником требований исполнительного документа меры принудительного исполнения, предусмотрены Федеральным законом об исполнительном производстве, к должнику не применяются. Также исключаются штрафные санкции, предусмотренные Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. В настоящее время исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нефтекамские напитки» окончено на основании пункта 1, подпункта 1 статьи 47 Федерального закона об исполнительном производстве Российской Федерации. В данной ситуации должник добровольно покинул помещение после получения постановления. По словам сотрудников службы судебных приставов, в последнее время это происходит чаще. А все потому, что арендаторы не дожидаются принудительного выселения, зная, что за долги им грозят серьезные штрафы.